Всем привет! С вами проект «Ироманин». До этого дня проект держался на математике и энтузиазме. А теперь перейдем от слов к действию. К сожалению, в ICO у нас такая проблема, что 90% проектов – это пузыри. И когда мы встречаемся там, на круглом столе, на веб-семинарах объясняли, мы людям объясняем, что мы реальный бизнес, который там, единственное, финансирование имеет некое особое, да, мы имеем финансирование на сегодняшний момент в криптовалюте. И когда люди не понимают, что некая там, виртуальная там, денежная единица или единица переходит в реальное железо. В этом наше преимущество сегодня, что мы реально имеем железо. Мы сейчас находимся как раз в компании на Силикон, только что вышли с переговоров в компании на Силикон, где мы согласовали уже окончательные сроки поставки оборудования, реальное оборудование, которое мы полностью купили за криптовалюту. В этом прорыв нашего проекта, что просто из виртуальной какой-то некой там модели мы вышли в реальный бизнес, в реальный проект. Более того, мы дополнительно добавили тесты оборудования, чтобы действительно придерживаться того графика, который мы взяли. И мы для этого сегодня обсуждали отдельно, это как раз тест оборудования, тест хэшбордов, те, которые нам будут предоставлены. Чтобы не просто получить там, 15 числа готовое оборудование, потом получить кучу проблем с его монтажом, да, и там и с наладкой. Поэтому сегодня обсуждали как раз, и приезд был связан с тем, чтобы получить тестовое оборудование, чтобы могли просто его сделать. Все, и поэтому наш плюс – это вот железо, которое будет работать, будет майнить, приносить людям прибыль с первого дня. И на самом деле сталкивались люди с тем, что не понимают, там, выпустили мы, условно говоря, 3 миллиона токенов, что будет с оставшимися токенами, не будут ли они там спекулятивный груз создавать, не все. Еще раз подчеркиваю, выпустим такое количество токенов, которое будет равно мощности нашей фермы. Ни одного другого токена существовать не будет. И поэтому продать, реализовывать будет там, условно, мы сегодня там купили 1000, там сделали 1000 токенов. Вот именно 1000 токенов можно реализовать. Никакого другого спекулятивного интереса, когда мы выпустим остальные там 2,9 миллиона токенов, которые будут продаваться, их не будет. В этом есть, нет никакой пирамиды. То стоимость зависит просто от того, кто, как инвестор зашел, кому выгодно. Кто-то зайдет за 2 доллара, кто-то за 4, кто-то за 8. Там, может, кто-то со временем зайдет на 10. И эта цена регулируется рынком. Все, то есть никаких дополнительных токенов не существует, и мы там не собираемся их печатать. Если там придет новый инвестор, который будет расширять ферму, и он зайдет именно в рамках этого проекта, а не будущий проект, ну, конечно, там будут выпущены дополнительные токены, но они будут обеспечены новым оборудованием, которое здесь же вы на Силиконе мы закажем и смонтируем дополнительные мощности. Он будет получать доход со своих токенов, которые обеспечены его мощностью. Все, то есть в этом нет никакого спекулятивного интереса. Стоимость токена мы обсуждали как раз 2 дня назад, что смотрели, что там порядка 4 долларов, 4,2 доллара, но опять это пока все нормально. То есть в рамках того, что мы ожидали, мы получаем. То есть капитал, который хочет вернуться там за 6 месяцев, вот он с сегодняшнего момента, вот пока это рулит нашей ценой. Инвесторы с более длинными деньгами пока к нам не заходили, и поэтому стоимость там 4 доллара, она оправдана. Мы хотим, чтобы человек зарабатывал так же, как будто он построил эту ферму у себя дома. В этом была идея, суть проекта, чтобы он получал ту же уровень дохода, чтобы он, который он там, условно говоря, дома ферму поставил небольшую. Минуя риски. Минуя риски. Только, ну, как, не только риски, минуя там затраты электроэнергии, тепла и шума. Для этого система охлаждения нужна, потому что у нее очень низкий уровень шума на самом деле. Мы выбрали уже модель для себя на ближайшее время. Но на самом деле мы говорили в период окупаемости там, до 8 месяцев, 6-7 месяцев. Поэтому мы исходили, когда запускались проект, что человек должен, там, инвестор должен вернуть свои деньги там, за 6-8 месяцев, потом уже получать прибыль. Как мы говорим, вот там прибыль будет копейка. Знаешь, как если прибыль выше, чем затраты по электроэнергии, инвестор всегда будет получать деньги, если он уже купил проект. Поэтому на сегодняшний момент просто выбрано решение, оно нас всех устраивает и устраивает инвесторов. Перспектива – это 6-8 месяцев на сегодняшний момент, поэтому мы из нее исходили. Спланировали действительно, что окупаемость должна там 6-8 месяцев, мы на нее точку вставляем. Хотели, конечно, быстрее, но на сегодняшний момент надо понимать, что алгоритмы усложняются, ну, период 6-8. И то, что мы говорим о том, что как раз о бирже, да, как ведет себя наши небольшие торги токенами, мы еще не запустились, а токенами уже торгуют, да, мы говорим о том, что как раз инвесторы сами вывешивают ту же самую стоимость, мы говорили об этом, да, там 4 доллара, это считай там 6-7 месяцев дохода нашей фирмы. То есть пока мы говорим, что наши инвесторы – это те, кто готовы там, на 6 месяцев вложиться в проект. То есть пока мы еще не видим следа инвесторов, там, те, которые готовы вкладываться год. Когда действительно там, может быть, окупаемость идет более ранняя, но потом будет там какой-то более-менее, но фиксированный доход. Посмотрим. Хотя, судя что по пост-ICO, мы имеем информацию, у меня последняя информация за последний день, то мы имеем в том, что покупка по 8,4 идет. То есть это люди, которых, я так понимаю, уже более длинные деньги, и они заходят в этот проект. То есть доверие к нам уже появляется каждым днем. Я думаю, что сегодняшний наш разговор, там и встреча на Силикон добавит уверенности нашим инвесторам.
что проект действительно это живой проект, живое железо. Мы живые люди, там, все вы это увидите наконец-таки, да, и что мы будем работать. Что первая встреча, когда там меня люди увидели, говорят, а, он похож на того человека, который был там на картинке снял. Да, там. Сейчас мы говорим о другом, сейчас мы говорим уже о реальном проекте, который реально уже основа, мы на земле стоим, то есть уже все, там, на земле сейчас на силикон, завтра мы будем на площади будем монтировать оборудование. Мы планируем все-таки в течение недели определиться с выбором системы охлаждения и там, заключить контракт. Поэтому Китай как локация, она не просто, сейчас уже даже понимаем уже, что это просто оправдано на сегодняшний момент. Даже не выигрыш электроэнергии, а именно в том, что ремонт, гарантийный ремонт, мы его не сможем сделать бесперебойно, чтобы не останавливать ферму. А вопрос охлаждения, тут тоже вопрос надо проработать довольно четко, потому что иначе что мы там остановили ванны, да, там становится все там. Мы там считали, сколько хэшбордов там ставится в ванную, да, и мы понимаем, что если ванна не сработала, там температура поднялась ниже, выше критически, все. Поэтому с этой точки зрения нам четко надо просчитать объем жидкости охлаждающей, то есть понимать, чтобы не было перегрева. Потому что в данном случае мы просто отключим там, не один хэшборд, там, мы отключим там, сотни хэшбордов сразу, вынуждены будем отключить для того, чтобы заменять ванны. Поэтому для нас это довольно серьезный вопрос сегодня. Ну и даже если так и случится, то это никак не повлияет на доходность? На доходность, да. Поэтому наша задача в том, что вот этот запас мощности, который он был, кратно ваннам, которые сегодня есть, там это порядка 3 ванн, да, поэтому если мы действительно одну ванну остановим, у нас там 30% мощности вылетит. Поэтому на сегодняшний момент ванна для нас очень важна. Мы ведем переговоры и в Москве, ведем переговоры в Гонконге для того, чтобы все это сделать. Вот это самый надежный должен быть наш аргумент. Вытащить один хэшборд, поставить другой, да, это доли секунд, да, а поменять ванну это невозможно. Поэтому сегодня мы в выборе производителя подходим очень осмотрительно, чтобы выбрать то решение, которое действительно устойчиво работает, а не просто, как правильно сказал, картинка красивая, а решение по земле. Мы сегодня как раз обсуждали этот проект, что есть решение, оказалось, что это просто картинка. Техническое решение для нас оно понятно, осталось просто выбрать производителя, который для нас его сделает. При этом по срокам мы все вписываемся, потому что даже решение в России занимает порядка 2 недель. Плюс там доставка, монтаж, мы по-любому у нас есть месяц для того, чтобы как только появится чип, у нас есть возможность все это подготовить. Но при этом мы там разрабатываем решение и на более долгий срок, на мощность более серьезную, чем наш первый этап. Поэтому для нас важно это решение сделать там надолго, чтобы могли его масштабировать дальше, а не просто взять некое решение и там, сегодня взять одно, завтра взять другое. Задача начать с такого решения, которое возможно масштабирование. Потому что они предложили нам определенную технологию, предложили надежность, они входят в топ-3 производителей. То есть, когда мы выбирали из того, что есть, мы хотели выбрать новое решение на базе вот чипа А4+. Мы его выбрали, мы понимаем его параметры, мы сейчас его монтируем на хэшборды, на собственное решение, которое мы делаем. Поэтому хотелось так, чтобы вопрос гарантии не было решать. Потому что на самом деле можно было придумать там действительно взять чип, потом где-то монтировать. Мы выбрали, что это в Инсиликоне все будет делаться на данный момент. То есть мы готовим им техническое задание, они под него собирают наш хэшборд. Мы находимся в Инсиликоне для того, чтобы просто подтвердить контракт на закупку оборудования. Дальше, конечно, мы пойдем смотреть площадку и уже подписываться. Просто, как мы говорили, договор аренды на эту территорию, понимать мощности, понимать систему охлаждения. То есть там нужна вода. То есть мы будем понимать, что мы можем получить. Нам надо понимать, как круглогодично работает электростанция, гидроэлектростанция, чтобы мы круглогодично получали мощность, а не пиковую мощность в определенный момент. Это есть некая особенность, которую мы раньше не обсуждали, вот для этого мы прилетели, чтобы решить этот вопрос. То есть некая стабильность требуется. Да, стабильность именно в течение года, да, чтобы постоянно было по гидроэлектростанции мощность, которую нам давали. То есть не просто там в сезон, когда вода есть, когда там озера наполнены, да, а именно чтобы постоянно было. То есть это вопрос такой довольно тяжелый для проработки, поэтому мы его будем обсуждать завтра. На наших переговорах есть проблемы, вот мы обсуждали там коротко там, по электроэнергии круглогодичной, также говорим о производстве. Кто-то предлагает более простые решения, но мы говорим о надежности. Нам не нужно там, нарисовать картинку там, красивую, да, там запустилось, завтра все это умерло. Да, там, понятно, что мы разрабатываем технические схемы там, именно в проекте полностью от начала до конца. Вот мы сегодня много потратили на это утром времени для того, чтобы полностью разработать техническое задание для системы охлаждения, чтобы оно работало бесперебойно в нужной норме температур.
не выходил ни в коем случае. Для того, наша задача разогнать чипы. Если мы не сможем разогнать чипы, наш проект будет там не настолько интересен кому-то другому. Поэтому здесь. И выигрыш наш в проекте, что понимаете, что на самом деле крипта, это вот даже там российское государство говорит о том, что это не деньги. Это некий там инструмент, продукт, биржевой продукт. Да? И мы вот этот некий биржевой продукт, который никто никак, даже государство сейчас не может никак оценить, переводим в реальные материальные ценности. Суть проекта в этом. То есть поэтому мы и платежи все делали в криптовалюте. То есть у нас нет, мы не переходим в доллар, мы не переходим в рубль, мы не переходим в евро. Все платежи, которые мы сделали в криптовалюте для того, чтобы показать, что это реально работает. Да, что мы первые, кто это делаем, что собираем в криптовалюте и оплачиваем товары и услуги в криптовалюте. То есть вот цепочка от начала до конца, от некого инструмента, который никто не называет деньгами, мы оплачиваем реальное железо, которое в обычном случае его надо купить только за деньги. В этом и плюс проекта, и как раз мы можем расширяться дальше. И применение его может быть где угодно. Нет предела совершенно. Ну да, там уже куда угодно. Там оптовая торговля тем же майнерами, да, то есть что угодно, там, ну уже дальше. Мы предлагаем инструмент просто некий, который развивается. Но он все равно доверие. Не будет доверия, ничего не получится. Поэтому первый проект, который мы запускаем, это вопрос доверия.